Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve с глобальным модом Heroes of Dark. Играем за волшебника, пока он живой, ну и день-то пока 12-й. Я так чувствую, сейчас со дня на день припрутся гиганты. Я понимаю, кстати, что многие ждут... Так... Эй, блин, не попал. Что ждут? Магию, ну блин, прежде чем какую-то магию изучать, во-первых, нужно найти эти свитки, у меня их не так много. По идее, вот это бы сделать бы. Замораживающий посох, ну, он не замораживает, он просто холодом бьет. Ну вот это вот вообще, по-моему, от сил зла отгоняет, я так понимаю. Так, ну вот это вот можно сделать. Усыпляющий посох. И у нас есть еще вот эта фиговина. Резистент — это сопротивление. Там сопротивление огненному урону, я так понимаю, замораживающему урону. Ну, короче, сопротивление от урона холодом, яда. Ну, короче, от других всяких эффектов. Но, по-моему, не помогает просто от жары. По-моему, не помогает. Ну, и у нас есть еще вот такая вот фигня. Что-то там, призыв ветра, ну, короче, я так понимаю, он, типа, замедляет, либо в этом что-то такое. Так, сейчас обычные дела. Во-первых, нам... Так, птичку я с одного удара, по-моему, не убью. Нам нужна трава, нам нужна паутина и нам нужно мясо монстра. Так. Трава здесь. Кстати, вот сюда вот можно забежать за травой. И вот тут поискать, во-первых, может быть, вырос камыш, собрать паутинку. Ну, чтобы сделать клетку там, чтобы сделать... Вот, кстати, для клетки нужно вот это дело. Пока шуруем, пока так побегаем. Нужно сделать клетку до прихода зимы, поймать эту птичку красную, сделать клетку. По поводу навоза... Ну, есть вариант, можно свиней натравить на гоблинов, которые недалеко от нас. И, ну, гоблины убьют свиней, сожрут мясо, нагадят. И в итоге у нас будет навоз. Правда, не так легко его будет собрать. Тут тоже небольшая загвоздка. Так, что у нас там? А, не, что-то другое. На шляпу нам нужно 12 соломы. Потому что я каску до сих пор не сделал. Плюс, так, ну вот это вот тоже нужно пока собрать. Наверное, придется побегать с факелом. Вот я, кстати, уже недалеко от болота. Попробую забраться на болото. Попробую там не загнуться. Правда, я без брони, без всего. Так, собираем травку, она нам нужна. Траву всю потратил, блин, на веревки для сушилок. И, блин, даже не заметил, что она у меня закончилась почти. Так, можно сразу, кстати, эту шляпку изучить. Пускай она будет. Ну, у нас броня есть шапка. По крайней мере, немножко нас прикроет. Лечилок у меня, можно сказать, никаких нету. Есть только мед. Кстати, вот цветочки пока можно собирать. Тоже немножко лечиться. Так. И пора уже на болото спускаться. Ну и посох сейчас закончится. Нужно хотя бы сделать посох, который... Не, с одного удара я не могу ее убить. Черт, мне нечем бить, я ничего не взял. Значит, будем тупо убегать. Нужно хотя бы копье, блин, изучить. Черт. Ладно, разберемся сейчас. Так, вот камыши, кстати, выросли. Камыши выросли, это уже неплохо. Есть вероятность, что мы где-то тут соберем мясо монстра. Вполне возможно. Так, нужно сразу приготовить себе факела. Лучше даже два. Так, лечимся. Никого? Вроде никого. Вроде пока никого. Так. Черт, да что ж ты, ну блин, ну нафига ты? Проходил бы мимо. Черт. Вон, бьют твоих, блин. Давай туда.
Вот тут кого-то замесили. О, кстати, по поводу оружия. Нет, они сожрали, ничего не оставили. Во-во-во, да-да, уходите. Вон там я вижу уже шип. Возьмем шип, точно. Возьмем шип, сейчас нужно туда еще только дойти. Там, я смотрю, шип лежит и несколько паутинок. И, ну, мясо сожрали, скорее всего. Так, отвалите. Отвали, у меня оружия нет никакого. Так, вот там вот что-то было. По идее, вон паутинка лежит, но я что-то туда как-то... О, два шипа целых. Отлично, вот и оружие, пожалуйста. Вот эти штуковины я до сих пор так и не понял, вообще нужны они или нет. Вот я вот про эти говорю. То есть где-то они используются, а где, я пока не помню. Там для чего-то... Что-то можно создавать. То ли пузырьки какие-то, то ли еще что-то. Так. Паутинки 4 штуки, мало. Мало, нужно тут потусоваться, чтобы было больше. Черт. Так. Щупалец особо больше и нету почему-то. Мало щупалец. Вообще, нужно как-то вот побегать немножко по болоту. Для того хотя бы, чтобы как-то все это дело оживилось. А утром сюда можно уже вернуться. Но болото маленькое. Ну, есть подозрение, что где-то еще болото есть. Неплохое такое. Ну и, естественно, в пещерах есть еще болото. Поэтому можно туда будет спуститься, но пока не хочу. Так, вроде никого. Никого. Так. Собираем хотя бы камыши. Так, и ночь сейчас закончится. Ночь почему-то короткая стала. Короче, чем была изначально осенью. Ладно, факел можно выкинуть один. Он нам без надобности. И вот отсюда придется паутинку выковыривать. Обычные пауки. Потом нужно будет пересадить к деревне свиней. Так, мясо. Опа, давай сюда. Так, урон, конечно, мы наносим очень маленький. Ну, тут паучков не так много. Я думаю, справимся. Вот, отлично. И паутинку наберем. На клетку. На клетку. Сколько нам нужно? 4 паутинки. На ловушку. На клетку нам нужно золото. Семечки 2 и... И сколько это папируса? Кстати, глянем, может... ну, по-моему, я не увижу. Нет, не увижу, потому что нужна машина. Около машины нужно все это смотреть. На клетку нам хватает. Свинья. Кстати, тут домик свиньи где-то, точно. Отлично. Так, свинья, иди сюда. Иди сюда. Вот тут домик, мы как раз... Два домика. О, тут два домика, отлично. Так, сейчас я их сломаю, заберу. Место у меня немножко есть. И тут, может быть, выпасть рецепт или еще что-нибудь. Так, и шкурки у меня закончились. Так, это, по крайней мере, на один домик. Так, и, по-моему, больше ничего не выпало. Так. Сохранение. Во-во-во, сейчас это. Добудем мясо монстра. Не-не-не, забирай. Так, давай, добивай. Стой. И хрюшку нужно забрать будет. Еще мясо. Так, друг говорит, тай, а вот это значит мы ее забираем с собой. О, блин, чуть не прозевал, я есть хочу. Так. У меня, по идее, вот еще для того, чтобы приманивать хрюшек. С собой можно, кстати, могилку копнуть. Тут рядом могилка. Не хочу разрушать именно вот эти вот коконы, потому что мне нужен кокон будет один утащить к себе. Отлично. Стой. Опа. Так, собрали.
Прекрасно. О, семечко. Семечко нам на клетку нужно. Хотя тут полно пауков. Да, вот эти два кокона можно, по идее, уже расфигачить. Вылазите. Чё не выходит, паразиты? Давай, 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 давай. Сейчас набьем мясо, может, паутинки еще набьем. Где-то там, я не вижу. О, лечилок набьем. Отлично, прекрасно вообще. Так, пошли бить крыши. Давай, о, отлично. И какое-то заклинание выпало. Так, а у меня уже места нету, да? Чтобы использовать, да? Черт. Подожди. Вот эту шкурку, я надеюсь, вы не сожрете сейчас. Так. Но это, по-моему... По-моему, к некромантии что-то относится. Да, черненькое. Посох, ну я так понимаю, нежить, которая отгоняет. Что-то в этом роде. Ну, либо пугает просто других. Нужно будет глянуть, точно пока не знаю. Но это уже неплохо. Так, сейчас вот паучки вылезут. Отлично, сейчас мы их замочим. Так. Одного мы убиваем, остальных, от остального они сейчас убьют. И забираем тоже вот этот. Так, стой, 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 мое, 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 мое мясо. Отлично, мяса полно. Домик, о, и меч выпал. Прекрасно. Вместо чего? Вместо вот этого. Меч, по-моему, который, да, который поджигает. Так, свиньи, пошли со мной. Так, покушать. Ножки пожарим, а у нас еще мясо там есть. Либо сейчас сделаю, наверное, с медом. Так, а у нас где-то были механизмы. Механизмы вот тут вот, либо где-то, где-то, где-то. Я с краю видел, по-моему. По-моему, в этом мире. Я надеюсь, я не путаю ни с каким другим. Давайте-ка... Стоп, нет, мы прям видели, по-моему... Вот механизмы. Механизм у нас идет прям этот... Где платформа? Чё это? Тут пауков-то еще вон полно. А где мои свиньи? Опа! И отходим. Свиньи... Черт, свиньи где? Вот они бегают. Да, тут пауков тут навалом. Так, еще мясо монстра. Левел ап. Заклинание. Кстати, вот оно как, не помещается. Так, давайте посмотрим, что у нас это такое. Шамперсон. Ну, короче... вот он. Короче, как-то там привлекает... ну, я так понимаю, типа, как мы свинкам даем мясо, к примеру, мясо монстра, а это с помощью посоха, там, свинок, еще каких-то, можно на свою сторону привлечь. Так, покушать. У нас покушать только нежареное с собой есть. Либо идеи места у меня уже нету. Ладно, пошли домой. Пошли домой, там уже разберемся. По крайней мере, сейчас что-нибудь отгрузим. Может быть, что-то изучим еще. Так. А, вот же место я мог освободить. Изучить несколько этих. Изучить папирусы, и все. То есть не изучить, а хотя бы их сделать. И место свободное будет. Я почему-то подумал, что они у меня дома лежат. Вот, все. Место освободили, нам пока вот этого дела хватит. Так, отлично. Погнали тогда. А, не-не-не-не-не-не-не, ребята, подождите, нет. Так, отлично, собираем это дело. Оказывается, недалеко от дома было. Так, включаем свет. Сейчас заварганим что-нибудь, что не очень долго портится. Ну, там мясо, мясо монстра, может, даже используем. Точно используем там ножки. Наверное, какие-нибудь сделаю себе эти.
штуковины медовые. Так, и до дома вроде не очень далеко. Где-то дом тут рядом, да. Дом тут недалеко. И вот травка как раз еще выросла. Травку, наверное, нужно будет тоже пересадить немножко. Так, где тут? А... Вот, отлично, добежали. Так, факел. Пока бросим, по-моему, на создание чего-то он там нужен будет. А чего не хватает? Подожди, золота, наверное, да? Золота не хватает. Подойди к машине. Каска шахтерская. Так, мне нужно клетку сразу поставить. Птичья клетка. Нормально сюда встает. Так, дальше. Дальше нужно сделать что-нибудь покушать. Допустим, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Готовься. Так, вот это сейчас сразу сожрем. Как раз и здоровье, и остальные показатели на пол. Вот, отлично, супер. Мясо портится. Это тоже портится. Все портится, блин. Холодильник я пока еще не сделал, поэтому... забыл мясо положить, черта. О, кстати. Блин, зря пожарил, можно было бы сушить сделать. Так. Так, забыл, блин, перепутал все. Нужно мед обязательно положить. Давай, вот так вот, чтобы место освободить. Вот так вот. Так, семечку сожрем. Так, отлично. Ножки. Это обязательно нужно оставить. И что-то у нас еще ягодки какие-то есть. Ладно, блин, сожрем. Блин, и кустики я, оказывается, ничего еще не удобрял. Это печально. Так, место, блин, тоже. Че я, блин, провтыкал? Вот это можно освободить все дело. Лечилки. Лечилки пока пускай так лежат. Клетку срочно делаем. Ну, не клетку. Да, семечку я зря сожрал. Так. Ставим эту фиговину. Разойдись, блин. Семечки нету больше. Так, можно вот так вот сделать. Можно вот так вот закинуть. И, к примеру, вот так вот. Так, готовим. Птичку красную, пожалуйста, мне дайте. Красную птичку. Так. О, отлично, семечко. Так. Так. Кстати, пчел дофига. Тоже. Раз. Два. Три. Где-то тут еще летало. Вот. Четыре. Все, отходим. Хватит. Кстати, еще одна семечка. Прекрасно. Пчел вообще дофигища тут. Они рядом со мной, нужно все это будет дело ломать. Дерева у меня только нету. Вот что плохо. Че, вы за мной? Так, подождите, ребята, как так? Четыре пчелы есть. От ульи мы, по-моему, один ломали, либо два, я уже не помню. Судя по тому, что меда много у меня. Ульи один ломали. Хотя долго разломать еще один. Ай-яй-яй, зачем ты ударил-то ее? Подожди. Там кто-то поймался. Красная птица, отлично. Так. Так, ребята, все, отвалите, я нечаянно, как я ее с очком, по-моему, у меня сачок в руке был. Как я ее ударил-то? Так. Золото есть, возьмем золото, сделаем себе, пока я помню. Да черт, да как же они, блин. А сачок, я так чувствую, у меня сломался. Либо я что-то из руки выложил его. Не, сломался.
Сейчас я поймаю этих пчелок, наверное, чтобы были. Так, это мы сюда положим. Так, делаем веревку. Да отвалите. Черт, где у меня сачок? Подожди, а, здесь. Да, подожди, зачем ты бьешь ты ее? А, не той кнопкой я бью, наверное. Я что-то не той кнопкой нажимал, походу, поэтому не ловил. Да, блин, я ловил атаковать, а нажимал. Черт. Ладно, разберемся сейчас. Так, пока ловим птичек еще. Да, птицу. Эту птицу сюда. Дерево нужно срубить. У меня не хватает немножко дерева. Что-то там на улье, по-моему, нужно. Не-не-не, вот эту давай срубим. А, там две доски или четыре, я не помню уже. А, две доски. Две доски, все нормально. Так, забираем, шишки попались. Нет, нет, с этой не падала шишка. Так, это потом съедим. Можно вот так закинуть, вот так закинуть. Ладно, сделаем вот так вот. Это сразу съедаю. Так, и изучаем. Изучаем себе улей. Улей, улей, улей. Нужна вот эта штука. А, две доски же нет у меня. Отлично, сейчас сделаем. Здесь досок нет. Сюда, кстати, чтобы-то уже выложить бы такое. Вот золото можно выложить. Вот это можно вообще пока бросить. Черт. Это можно тоже бросить. Так. Так, думай. Думай, что еще. Так, паутинку выбрасываем. Дерево. Две доски. Две доски сделали. Так, еда. Улей, отлично. Главное сейчас не забыть его еще поставить. Есть я пахать не хочу. Семечку можно было, конечно, использовать по делу. Ну ладно. Так. Оружие. И вроде у нас все норм. Еда тоже, наверное, пока сюда положу. Так, две пчелы. По идее, еще две пчелы поймать и... Но это со свиньями нужно мне ломать. Давай, заберем ее. Может быть, кусочек мяса получится. Так. Так. Ага, кусочек мяса. А больше, наверное, нечего у меня ложить-то. Не, я сейчас тупо съем так. Так, птичка пускай сидит там, ну и нафиг. Так. Не, сюда спрятать. Все, погнали. Свиней наверняка там полно. Так, что я хотел сделать со свиньями? Во-первых, домик один поставить нужно. И улей нужно поставить. Так, готово. Готово. Вот у меня уже такая деревня свиней. Улей я, наверное, поставлю куда-то. Где-то вот тут. Так. Конечно, тут вообще нету... вообще цветов нету, поэтому не знаю, как он там будет и не будет развиваться. Так, свиньи. Стараемся собирать всех. Этих я, наверное, убью просто пока. О, мед еще появился. Отлично. Так, подождите, кто теперь из вас?
Где-то я бабочку видел, и сачок у меня был. Да, сачок был. Так, раз бабочка. Два бабочка. Отлично. Свиньи. Черт, я сейчас пока их приучу, они уже это как не будут со мной ничего рубить. Так, и тут еще, по-моему, где-то были. Так. Отлично. Бабочек. Сажаем. Так, супер. Посадил. Червоточина. Ну, я не помню, куда она ведет, но куда-то в нужное место, неважно. Либо сейчас камни будем рубить, либо будем воровать посох. Да, посох. Будем воровать посох. Свиней, сколько их уже? Штук 6? Ну, со мной 6, а домиков, по-моему, больше. Но неважно, мы сейчас с ними успеем еще потом. Мясо монстра, если они не сожрут, то мы успеем с ними еще. Во, кстати. Пока они все это дело будут со мной делать, давай. Черт, далеко, блин, отбегаю я от них. Потому что камней маловато у меня. Ну, 40 штук, конечно, но мне нужно еще на это как. На кладовую. Мне нужно 60 штук как минимум. Так, отлично. Опа-на, халява. Отлично. Так, забираем тогда рюкзак. Куда пошли? А, гнилье жрать пошли. Блин, вот шапка, блин. Валяется прям. Ну ладно. О, и бифл оказывается здесь, ребята, блин. Бифл оказывается прям вообще от меня недалеко. О, офигенно. Офигенно. Но свиней они сейчас перебьют, мне кажется. Черт, я нашел бифла. Смотрите, то есть... вот у меня база, вчера точно прыгаешь, и вот они бифлы. Я просто сюда не проходил, поэтому не находил их. Так, нужно сейчас шлем одеть, чтобы свиньи ко мне все побежали. Не пойдем стырим. Слушайте, я мало навоза, мне кажется, набрал. 3 штуки всего. Так, посох усыпляющий, по-моему, 6 штук нужно. Ну и грядку бы еще сделать. Сейчас мы тут все это дело пособираем. Если свиньи живые останутся, возможно, даже натравлю их на бифла. Хотя это бесполезно, их просто убьют. Не буду я этого делать. По идее, шерсть можно... мне шерсть нужна будет там для чего-нибудь. Хотя бы те же халатики делать там. Ну, я возьму тупо и это как. Можно побрить их сходить. Так, и вот тут, насколько я помню, если, конечно, мне память не изменяет, где-то должны быть гончие, огненные... О, вот они, все. Огненные гончие. Я не буду посох брать, чтобы они сейчас все не налетели сразу. Вот, соберем вот это дело тоже все. Взял, автоматически взял. Просто когда берешь посох этот огненный, они сразу это нападают. Ну, со свиньями вообще не страшно. Потому что свиньи их месят. И красные камушки. Офигенно. Так, и мясо монстра нужно собрать. Я, правда, горю. Так. И клыки. По-моему, кусок мяса сожрали. Так, набрали кучу пепла, забрали посох. Где он у меня посох? Где посох? Вот он. Ну, это стандартный огненный посох, который есть, по-моему, даже в ванильной игрушке в Don't Starve. То есть без всяких модов он просто есть. Так, вот свиньи я не знаю, я не помню, они сейчас придут или нет. Должны, по идее, прийти. Мне можно, по идее, в червоточину прыгнуть и за собой их сейчас всех собрать.
Так. Ну, траву я насобирал. Что-то какой-то звук, по-моему, был только что интересный. До дома далеко мне, если пешком? Не очень далеко, но есть смысл пробежаться. Мне почему-то кажется, что вот тут я здесь еще слышал где-то механизмы были. Может быть, я путаю с другим миром каким-то. Мне почему-то кажется, где-то здесь были. Когда вот с этой стороны я пробегал, где-то были. Либо я что-то путаю, что вполне возможно. Так. Отлично. Ну, посох быстренько мы забрали, без каких-либо проблем. Я, наверное, сейчас пойду в червоточину именно. И так, пожрать у нас, в принципе, должно быть полно с собой чего-то там. В каком-то только рюкзаке. Вот это, наверное. И замерзаю, блин. Ну, я думаю, сильно я не замерзну. Кстати, зима на подходе, камень-грелку я еще не сделал. Вот свиньи мои подбегают. На костер у меня, если что, есть. Если совсем замерзнем, то погреемся. Так. Ну и травы много не будет, а сейчас что-нибудь все равно делать буду. А это у нас... забыл что-то. А, алтарь. Это у нас там алтарь, где-то пауки на той стороне, по-моему. А, не, не алтарь, это... чертов сундук. Кстати, по-моему, у волшебника есть заклинание, которое открывает сундуки. То есть можно подходить и открывать сундуки закрытые. Я надеюсь, свиньи пока еще приручены. Потому что домой они пойдут неизвестно как. Или все. Черт, и где я их потерял? Где же я их теперь оставил-то? Где их искать-то мне, блин? Я их там всех оставил. Вообще они должны идти в эту сторону домой. А сейчас, кстати, я что-то там собирал, нужно сложить все это дело. И можно что-то приготовить будет. У меня мед, по-моему, есть один. Веточки пока выросли, давай возьмем. Так. Ну, тут усыпляющий посох, по идее, реально сделать, ну, нужно только еще дротик. Усыпляющий дротик, я не помню, из чего делать, сейчас гляну. Вроде бы это дело я складывал. Да, это дело я складывал. Плюс можно сразу замутить, чтобы место освободить. Вот эти блоки. Ну, пока 9 штучек. И как раз сложу, у нас будет 10. Так, и как раз место освободилось. Отлично. Дальше. Дальше что-нибудь пожрать замутим. Блин, вот это пока все придется с собой, наверное, таскать. Стой, стой, стой. Вместе. Клыки тоже никто не сожрет. Пепел с собой, это с собой. Это с собой. Спальник выкинем. Веревки, шапки, блин, Ладно, глянем, что из себя вывалится. Перо. Но это поджигающее перо из этой птички. Поджигающий... как он, блин? Черт. Поджигающий дротик. Огненный. Усыпляющий дротик. Нужно две штуковины, два камыша. Гагатовое перо. Гагатовое, это, по-моему, черное. Да, а это снегирь. Лазурное перо. Вот черный как раз черные птички. Ну, их тут и не видать, черных птичек, почему-то вообще. Странно. А я уже разве это как сделал? Я не помню просто.
черт, еще одна. Ну-ка. Ну, мясо. Так, мед. Такое мясо. А больше нет у меня ничего пока. Куча-куча этих чертовых... Сачок. Сачок я потратил. По идее, улей можно еще один забабахать. Ладно. Черт, свиней потерял. Ну, нужно туда, наверное, возвращаться как-то и попробовать их забрать там. Так, так, так. И где-то лопата была. Черт, три рюкзака это много. Так. Это опять же сюда сажаем. Я хотел с ними просто еще порубить деревья. Так. 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 А они когда вернутся, неизвестно. То есть им нужно еще дойти. Так, кстати, я могу еще мази изучить. Сразу тогда изучим. Чтобы было. По-моему, здесь. Так. Так. И камень-грелку. Сразу. Сразу тогда изучим. Так, мази. Черт, много рюкзаков. Вот это, по идее, всем все мне пока не нужно. Вот можно, кстати, вот так вот сделать. Взять. Это сюда. Так, это сюда. Чтобы просто не валялся, пока положим в рюкзак. Не хочу кучу сундуков делать, потому что мне нужно... Потому что все-таки мне нужно кладовую сделать. Так, пожрали. Ой, зеленый гриб, кстати. Чем не это как? Не еда. Отлично. Вот так вот. Сейчас приготовится, по-моему, маленькая наггетсы медовые. О, мне даже двое не нужно. Отлично. Так. Лечилки есть. Это сюда. Место есть. Дерева нету, мало. Вот это порубить, пока еще все это дело нормально растет. Попробовать порубить, может быть, энт вылезет. Вот это будет офигенно. Но это нужно делать со свиньями. Свиньи у меня все где-то там остались, черт подери. Пойду найду. Нужно сходить найти и попробовать. Чертовы свиньи. А, вот червоточина. Просто где они там заблудились? Были где-то рядом, но они, скорее всего, куда-то уже пошли наверх. А вот где их искать? Где, блин, они? Забыл, кстати, нужно было бы сделать сейчас... Ну, навоз хотя бы пособираем. Нужно было сделать... как она называется? Бритва. Побрить бифола. Бифола где-то здесь. Где-то в этой стороне. Так, лучше вот так вот. Свиней не видать. Черт подери. Где свинья? Я не знаю, траву уже автоматически собираю. Звук какой-то. Чей-то. Кстати, заправить нужно. Чей-то звук был. Странный. Чей непонятно. А пока вот это сгребем. Пока не пойму. Ну, блин, ладно. По идее, давайте в этой серии мы закончим. По идее, сперли посох огненный. Ну, пробовать я его пока не стал. Неохота никого сжигать. Но он пригодится. В принципе, неплохая вещь. Все. Если понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Заходите в группу ВКонтакте. И увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.